Всем привет! Утро воскресенье. Утро. Начало 6 утра. У нас ранний выезд. Дима уехал за мамой, чтобы мама осталась здесь. Сейчас вижу на улице Дима на машине. Он пытается выехать. И что-то не получается. Я ему позвонила, он говорит... Могу ехать только вперед, назад никак. О, сладкий. Вот. Сцепление говорит, что замерзло. В общем, непонятно. Вот. Ну, в общем, сейчас поехал. Не знаю. Говорит, Дима, аккуратно, опасно. Моя. Не надо ко мне прыгать, зайчик мой. Да, наши кошки ходят по столу, где хотят. У нас кошки-матрешки. Дома я. Ласкунчик мой. Ой-ой-ой, хороший упал. А вон там мышка сидит. Ой-ё. Ласкунчик, у меня сейчас кот Ласкун. Кот Ласкун. Видели кота Ласкунчика? Услышала шум. Тебе чего нужно? Марсель стащил пакет с печеньками и не отдает его. Марсель, да перестань. Все, мы выехали из города и едем навстречу к платной дороге впервые. Все они много говорили, что она неоправданно дорого стоит. Ну, как бы не знаю. С 7 часов где-то до 4 сократить путь до Москвы от нашего города. Кстати, а долго до нее ехать? Ну, до начала платной дороги. А где было это? Указание было? Все, Москва 440 километров. Кстати, я тут на днях думала, что платная дорога, это значит, что сокращение расстояния. Но, к сожалению, его вообще никак не сократить, сколько бы ты ни платил. Вот, стоимость платной дороги до Москвы 2860, что-то так. Посмотрим, сколько мы будем ехать. От нашей деревеньки до Москвы. Мы на Москве вообще не подъедем? Нет. До пункта нашего назначения, в общем. Посмотрим, да. Не, ну ориентировочно мы сможем сказать, за сколько мы доехали до Московской области. То есть это уже вот эта платная дорога. Да. Ну, ладно, все. Мы находимся в городе Раменское. Впервые мы здесь. Вот. Заехали в торговый центр. Хотели посетить кое-что, но там этого кое-чего нет. Едем в наш город Жуковский, ну не в наш, но на пункт назначения, да. Тут он близко, тут города, ну, один за другим, вот эти маленькие, не знаю, сколько здесь населения, наверное, 100 где-то, да, 100 тысяч в этих городах. Вот, и там другой центр есть, туда зайти нам надо, вообще-то кофе бы попить. Поесть бы вот, да. 24 часа наркология, вот это да, интересно. Может, помогает, что 24 часа. Так, и, в общем-то, все. И мы прибудем туда, куда мы стремимся. Куда мы, да, не хотели. Что же нас там ждет? Увидим. Самолет. Мы уже в Жуковском. Тут такая, как это называется, экспозиция, инсталляция, что это, не знаю. В общем, тут такая самолет. Да, и мы проехали аэропорт Жуковский. Отсюда тоже я видела, когда смотрела какие-то рейсы, что тоже самолеты летают. Не только Домодедово, Внуково и Шереметьево, но вот еще аэропорт Жуковский. Мы едем. Так, мы уже рядом. Теперь маленькое включение для видео, не для шортса. Волнительно очень. Мы сейчас были в торговом центре в Жуковском, перекусили KFC. KFC. Мы перекусили KFC пополам. Да. В общем, вот. Впереди камера на 40. Волнительно. Ну что,